Voice. Завтра сыну 3 года. Сейчас были в супермаркете, закупались. И вспомнилось, как 2 года назад были в том же супермаркете, пока жена набирала помидор, чтобы их взвесить. Я смотрел на окружающих. Тут смотрю, цыганенок смотрит на меня и улыбится. Я не понимаю, думаю, дурак какой-то. Минуты через 3 подходит жена и говорит: «Хватит тележку с продуктами качать, они уже спят».